Здравствуйте, ребята. Предлагаю вспомнить нашу разминку, которую вы можете делать на завтрак, на обед и ужин. Основное движение, которое мы будем исполнять в нашей разминке, базируется на приставном шаге. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Как только ваши ноги автоматически делают это движение, без остановки, на это движение мы накладываем руки. Раз, два, раз, два. Взяли, положили, взяли, положили. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Если вдруг у вас руки сбились, не работают с ногами, значит, мы останавливаемся и начинаем все заново. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Или отдельно руки. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И потом пытаемся собрать все вместе. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, ха. Тренируйтесь, пробуйте, у вас обязательно все получится.